новенькая прилетела к нам. Вчера вечером был прилет. Похож на БМП снаряд накумулятивный. Стреляли с той стороны, как раз там, где они стоят. Обстрел хороший. Как раз именно четкий. Они как знали, куда били. Прям как видим. И часто они по школе бьют? Частенько они бьют по школе. Она у них уже как на карте, наше красное пятно. Она уже пристреленная здесь до ужаса. Лукавство натовского руководства и западных стран, они ни к чему не приводят в отношении минских переговоров. Все это пустая болтовня, которая на деле оборачивается массированными обстрелами наших территорий, по нашим позициям, по нашим городам. И то, что Порошенко утверждает на всех саммитах и внутри страны, что все хорошо, все это, ничего хорошего нет и ничего хорошего не ожидается. А как вы думаете, американские выборы, которые будут совсем скоро, они как-то могут повлиять на ситуацию? Абсолютно никакой ситуации. Это просто, как говорится, мини-пауза в этом процессе. Они либо ускорятся военными действиями, либо это будет затяжная, потому что Россия в Сирии показала им локоток, что нельзя укусить. И мы здесь, на Донбассе, дали понять, что никакие натовская агрессия, никакие сателлиты украинские не смогут здесь одолеть ни нас на Донбассе, ни Россию.